нас окружили их, забрали их в плен всех и погнали аж до Берлина. Я вот послужил 2 года, только пришел домой, 2 месяца побыл, война, мобилизовали все, и сразу на Запад летал. Не знает, он думает, или в плен попал, или где-то воюет. Ну, мы не хотим, ему она не надо, конечно, пускай вот уже будет так. Вот так решили, конечно, но, скорее всего, соседи знают, может, ему сказали.